Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Барон, обладатель Bugatti Diva, и на которую я так до сих пор и не поставил номера, но потому что чисто даже не знаю, какие номера на нее поставить. Напишите свои варианты в комментарии, и самые лучшие комментарии я пролайкаю. Ну а те, кто будут отдельно изысканные, я дам денег и переведу вам их на счет. В сегодняшнем видеоролике я решил поработать немножечко пожарным, и меня это, честно сказать, работа удивила, потому что я никогда не работал за все 3 года игры. Ну а что из этого вышло, смотрите в данном видеоролике. Ну а также не забудьте поставить лайк, ну и, конечно же, жду ваши комментарии по поводу номеров. Ну и подписывайтесь на канал. Так, я что-то не понял, короче, я получил военный билет, все хорошо, все получено. Как тебе сказать? Во-вторых, откуда... Не, погоди, не, что-то должно быть. У меня вызов есть туда и вызов есть туда. Ну смотри, я как бы на Ричмоне 10 уровень. Даже больше. Кого, да по- это багановая метка, не забей. А. И вот 6 ничего хотя. Угу. Правой кнопкой лучше тушить. Ясно. А где? Ой. Нажал и вот вводишь по этому делу. Так у меня нет, ёптать, этого, блядь. А, ты огнетушитель, блядь. Достань, дядь. Огнетушитель. Где ты, где я у тебя, блядь, достану, нахуй? Достать огнетушитель, кнопка у тебя. Где? Мягкий знак и достать огнетушитель, кнопочка, я забыл про это. А, все, ясно. Буковка М, мягкий знак, меню персонажа. Так, ну вот, получается, мы тушим это дерево. Ага. А, нихера себе, смотри. Слушай, прикольная система, мне нравится так-то. То есть мы просто вот так вот правой кнопкой мышки держим, наводим на очаг возгорания и тушим дерево. Но это, получается, мы всего лишь, да, косарик типа с этого заработаем. Ну смотри, от машины больше, чем... Буквально, то есть это по херне вообще. Да, на карте. Так, это сюда, вон туда еще. Нихера, слышь, тут что-то как-то вообще. О, ну да, плюс 1000, то есть. Вы можете использовать воду для тушения, так, ну это понятно, ладно. Убираем огнетушитель, 1000 баксов у нас на счет. А, погоди, стой. А, так ёптать, я могу и так тушить, и водой тушить. Погоди, вон в чем дело. То есть левая кнопка мышки я тушу чисто сугубо огнетушителем, но медленно. А правая кнопка мышки я тушу, ну, уже как бы водой из бронзбойда, я так полагаю, да? То есть разница колоссальная, допустим. Ну-ка, сейчас проверим. Сейчас вот я буду тушить чисто, ну, прям огнетушителем и все, больше ничем. Посмотрим, что будет. Мне кажется, то, что я правой кнопкой мышки тушил, это вот сугубо вот, ну, с машины типа, понял? Вот это вот бронзбойдик. А тут, я так полагаю, если есть возможность, допустим, подойти, то можно тушить и так. Так, а ну-ка. Ну смотри, оно водой быстрее будет. Угу. Да я знаю, что быстрее. Пожарник. Но нет, смотри, видишь, не тратится вода, все отлично. Не-не, если воды нет, можно чисто огнетушителем бесконечно. Ну нет, давай огнетушителем будем тушить. Не хочу я водой тушить, блин, воду надо тоже этот экономить, на самом деле. Вот он тушится и тушится, и нормально, и мне абсолютно пофиг, то есть мне вода не нужна на самом деле. Потому что если тушить водой только, то здесь реально буквально 5 раз и все, и сваливаешь. А так как огник, он бесконечный, можно спокойно вот так вот, да, медленно, да, как-то странно, но, блин, вообще похер, ты берешь, просто стоишь, вот так вот он тушится. Вода нынче дорога. Ну, блин, в особенности, да, как бы, на этом это довольно-таки дорого все равно. Знаешь, это мне потом надо в гетто возвращаться, мне нужно заправляться, а так я чисто огнетушителем вот так спокойно пробегаю, допустим, да, вот вижу, вот, хоп. Все, стою, держу, и мне похрен, медленно оно, немедленно. Вот, я зажал клавишу спокойно, читаю чатик, смотрю, да, там, смотрю ролик какой-нибудь, смотрю какой-нибудь там стримчик, там, музыку листаю, слушаю, еще что-то. У меня вот эта тема зажата, все, мне как бы пофиг, вот у меня дошло, перевинулся я дальше, пошло дальше спокойно, то есть мне не надо там кучу воды тратить, да, медленней, не спорю,
Но во всяком случае, я нихера не трачу. Затраты ноль, просто ноль. Мы сейчас попытаемся вот это все дело ликвидировать в соляну. Но я не знаю, один я смогу это ликвидировать, конечно, за какой период времени. И самое главное, сколько я получу. Можно и водой, конечно, вопросов нет. Там, вон, зажать, типа, видишь, оно быстрее как начинает. Ну да, водой в разы быстрее. Но вода, блин, тратится капец. То есть, если мы вот так вот делаем... Не знаю. Хочешь ездить постоянно на станцию? Да, пожалуйста, можешь вот так вот свободно делать. А, кстати, вот вопросик. А, ну так я даже так могу, слышать, даже огником спокойно вообще. Вообще похеру, слушай. Нормально. Чё? Есть. Ну, 6 тысяч, слушай. Ну, то есть, видишь, то есть мы за все это время заработали шестерку. Нормально, пойдет. Авария на дороге 5 километров, по факту 7. То есть, в принципе, нормально. Так. Давай этой чисто так вот. Немножко так. Водой бахнем, посмотрим. Типа, если две машины здесь. То же самое будет, полторашник или поболее. А, даже, слушай, вон еще мотоцикл какой-то есть. То есть здесь еще больше. Может, сейчас 4500 заплатят. Нет, то же самое, 1500. То есть вообще ничем не отличается. О, пожар в лесу. Плюс в лес ехать. 1,5 километра, кстати. Блин, не, ну это я не хочу, не-не. Какая-то суета. Слышь, блядь, у тебя все нормально, нахуй? Нет, вот у этого, простите, извините, гражданина с головой все ненормально, извините, пожалуйста. Ну чините, хули, давайте, мужики. А, ну это он пусть вам чинит, если ну хочет. Давайте, блядь, вопрос какие. Поехали. А это твой Кен, да, вот стрелял он который? Ну я понял, сейчас тогда. Хай на Да не очкуй, сейчас я его ёбну, да и все. Нафигов докинь. Нафигов докинь по брату. Да, докину, не вопрос. Сейчас я твоего этого въебу разок, все. Драться будем. Выходи. Ты вот так берешь. Вот и все. Все, поехали, брат. Давай довезу. Я сам виноват. Лучше машину поменяй. Да, нормально все, не волнуйся. Все будет хорошо. Сейчас я починю. На-на. Дебил полный, я тебя так скажу. Бывает. Ну, кстати, тем не менее, тот же самый пожар в лесу. То есть, видишь, не меняется, к сожалению, ничего. Чё, охерел? Ну чё, по мне он стрелять тоже изволил? Не надо по мне стрелять. Ну, то есть, тот же самый пожар в лесу, по сути. Да, то есть, ничем не отличающийся. Но и прикол в том, то есть пока я его не потушу, по всей видимости, да, видишь, ничего не добавляется. Мне по-любому надо к нему ехать и ликвидировать его, соответственно. Если я его не ликвидирую, то я попросту не смогу взять другой заказ. Мне по-любому нужно мотаться по всей карте. Ну, в теории, вот такая вот, ребят, работка. То есть немножко посмотрели, показал я вам, что это за работа, сколько здесь можно заработать. Юрец тоже там подсказал пару аспектов, да, сколько, что платят и за что платят, самое главное, да. Но, не знаю, я бы не считал эту работу прям максимально крутой и максимально прибыльной, потому что, разумеется, любой контракт, если особенно вы 5-й уровень, вы можете спокойно
выполнять эти контракты без каких-либо проблем. Ну и, в принципе, все. Такие дела.